Друзья, всем привет, с вами Санек. В общем, давно не выходил на связь, поэтому вот сегодняшнее видео будет немного иного плана. Ну, про технику, как вы любите. Все, как вы любите. В общем, пришла посылочка с Озон. Сейчас распечатаю, покажу, что здесь находится. Сам не знаю, как это будет работать, ну как-то работать должно. Кому интересно, смотрите видео до конца обязательно. Не забываем, друзья, ну что вам жалко, что ли, либо лайк, либо дизлайк и комментарий оставить, я не знаю. Ну вы вообще жадины говядины, соленые огурцы. Ладно, хари-ля-ля, распечатываю и некий, как говорится, ликбез по этому поводу приветствуются. Все, погнали. Ну что, посылочка вскрыта. И здесь находится, друзья, тадамс! Вот такая вот штука. Кто знает, что это такое? Я сам не знаю, что это такое, если честно. Вот такая вот фигня на 20 вал. Якобы, как заявляют ну, в описании, да, это автоматическое сцепление. Ни разу не пользовался, но смотрю, многие прям вот массово, я не знаю, это вот, эту штуку используют. И так нахваливают, друзья, что вот аж самому захотелось прямо вот... ну, не кривя душой, вот честно, испытать данную приблуду. Вот, возможно, у кого-то она на данный момент стоит, присутствует. Блин, сейчас батарейка сдохнет, не хотелось бы. На данный момент стоит, присутствует, и возможно, все классно и хорошо. Вот, а я там, как говорится, сапожник без сапог. У меня до сих пор сцепление прижимным роликом, даже не полноценное сцепление, хотя я его изготовил, но еще не установил. И думаю, может быть, и не стоит устанавливать, а поставить вот эту штуку и радоваться жизни. Вот, так что я не знаю, друзья, пишите, может быть, у кого-то установлено и действительно это решение всех проблем. Вот, в плане сцепления, да, на мини-технике. А возможно, у кого-то другое мнение. Ну, не знаю. Поэтому буду испытывать. Так что извиняйте, если что не так. И сказал, может, кого-то обидел. Не знаю, друзья, не знаю. Ну, нахваливают просто капец. Прям супер-пупер. Сухое вообще. Шикарно. Вообще я его взял для других целей, но тем не менее хочу поставить на малыша и все-таки покрутить им мост, как оно будет работать. Вот, как-то так. Так что на этом можно, в принципе, видео и закончить. Больше-то показывать и нечего. Сцепление, сцепление. А как будет работать? Ну, будем смотреть. Прям, блин, аж самому интересно. Сравним, даже вот, друзья, сравним обычный прижимной ролик, ну, по крайней мере, он у меня сейчас стоит, да, и вот это сцепление. Тут по большому счету мне ничего переделывать не нужно, просто снять шкив, поставить сцепление и накинуть заново ремни, все. Единственное, не нажимать на педаль сцепления. И протестить, как он будет себя вести на холостом ходу. Можно ли затолкать прицеп на холостом ходу куда-нибудь там в ангар, в бокс. Как он там будет работать так, сяк. Короче, будет ли греться. Ну, не знаю. Ну, вот я только испытания покажу. Ладно, хары-ля-ля. Всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.